Все, всем привет, татарская ракета снова на связи. Смотрите, значит, что мы имеем? Мы имеем плодовый крупномер, яблоня московская грушовка, из питомника Ярус, купили этой весной, была отгрузка, значит, посадили, приствольный круг, как знаете, я фанат приствольных кругов, 1,6 на 1,6, проведен капельный полив, капельницы стоят 8-литровые, в жаркую погоду проливают 2 часа в день. Сейчас подойдите, а смотрите, какое обилие яблок. То есть вот так вот набили яблок. Вот у нас сколько яблочек. Хозяева очень довольны. Сейчас хозяева уехали, поэтому пишем видео. Вот. Большое количество яблок. Все обработки были проведены. Обработки ранневесенние. Зеленый конус, розовый конус после цветения. Ловчие пояса, посмотрите, все липкое, все как полагается. Оператор Дима, кстати, я тебе говорю, сейчас поменяй еще, пожалуйста, это ловчие пояса. Совсем все хотел, забыл сказать, здесь ловчий пояс поменять. И там на двух плодовых, хорошо. И на грушу, естественно. Вот так вот, плодовые крупномеры. Супер!